Добрый день, меня зовут Лиза Бондарь, я сегодня очень смешлива, надеюсь, что не буду прерывать свой видеоблог взрывами смеха, а расскажу вам более-менее спокойно о своих новостях и новостях, которые происходят в редакции программы «Однажды утром». Из моих новостей мы с друзьями ходили в четверг на ночь кино. Называть место не буду, но организованно там все было не очень хорошо, и мы совершенно трусливо ушли, не дозволив даже первый фильм. Очень хотели спать, было очень плохо слышно, вокруг все сидели и ели, чавкали, говорили, и звуком вилок и тарелки заглушали прекрасное кино. Потом я поехала в Финляндию на выходные, и вы знаете что, мы жалуемся на плохую погоду, у нас хорошая погода, потому что в Финляндии, вот, там очень плохая погода, там минус 5, наверное, и сугробы, и очень холодно, настоящая зима. У меня была вчера Пасха, все было закрыто, ходят финны, круто, в шубы, в пуховики, все в шапках, и совершенно нет весеннего настроения, в отличие от нашей погоды, у нас уже даже где-то вон снег почти растаял. И в пятницу программа «Однажды утром» будет тема, которая звучит так: «Есть ли в мире справедливость?» Вы знаете, вчера на русско-финской границе я убедилась в этом факте. Мне кажется, граница – последнее место, где можно увидеть пример справедливости. Однако нет, мы стояли в очереди, как добропорядочные граждане, чтобы пересечь границу. И вдруг по полосе, которая для фур, поехали радостно русские автомобилисты, чтобы... Она была пустая полоса, чтобы проскочить в чужую полосу. И там русский пограничник с честным русским лицом их всех разворачивал, и они ехали обратно. Это просто пример вопиющей справедливости, которая случается крайне редко в нашем нелегком мире. А я сегодня снова снимала в ботаническом саду, там почти все расцвело, очень красиво, очень витают неземные ароматы орхидеи и жасмина, поэтому обязательно сходите в выходные с детьми или туда родителей ходите, потому что точно не пожалеете. А я желаю вам отличной недели, не перенапрягайте, светит весеннее солнышко, хочется смеяться, влюбляться и всего вам самого-самого-самого доброго. Это очень длинное начало. Сейчас забрызгал. Так, хватит жизнь проливать так. Не надо. Я и говорил, что не надо, я говорю, что хватит. Мы уже минуту ржем, как минимум. Хорошо, плохо. Минуту смех, полчаса жить. Нет, 5 минут смех. Не, не надо. Сейчас. Допустим, смех. Ага. Добрый день, меня зовут Лиза Бондарь, я сегодня очень смешливая, и я постараюсь рассказать вам без взрывов смеха о своей жизни и о жизни редакции программы «Однажды утром». Из моих новостей мы с друзьями ходили в четверг на ночь кино. Не буду говорить куда, потому что не ходите туда.